Звездный час. Работники года пришли в Феррари. Феррари World. Заходим. Класс, детки. Идем кататься на фаре. Прям вообще. Заходи. Захожу. На, подержи, пожалуйста. Да, конечно. Садись, бейба. Буду тебя катать. Держись. Все, огонь. Ребята, мы поехали. Итак, Танюш. Ой, тут оказывается поворачивает. Бля, ты реально должна рулить, да? Прикинь. По-моему, у тебя отличное место. А я вообще сейчас. Потому что ты блогерша, а я тут как раз за рулем. Ты себя понимаешь, на Италии. Вези. Так, подожди. Так, где мы тут проезжаем? Да, без понятия. Похоже на Таллин, на самом деле. Бологна написано. Мы проезжаем Бологну какую-то. Итак, Танюш, добро пожаловать. Дальше у нас Писа. Какая-то вот, какая-то чудо-замок. Рулим налево. Чудо-замок. Hello! Я пошла, Танюш, снимай. Смотри, какая красота. Мы проезжаем мимо. Вообще, люди даже ходят, смотри. Все как положено, все как реально. Маранелла. 20 метров. Фонтаны. Едем дальше. Фонтаны. Место нашей работы обычно там. Но сегодня мы здесь. Наслаждаемся. Венеция. Прекрасный город. Венеция. Можно покататься на байдарках. Нырнуть в эту воду, которая тебе по щиколотку. Да тебе надо быть экскурсоводом, мать. Конечно, скоро... Italian street. Очень даже по-итальянски, что ли. Атмосферненько. Прям другая вселенная. Что здесь действуют кондиционеры. А, приветик!